Так, всем большущий привет. Сегодня снимаю очередной обзор на продукцию компании Faberlic. Первая часть будет посвящена текстилю серии Дом Faberlic и в частности одежда. Но это нижнее белье мужское. А вторая часть будет опять же Дом Faberlic, потом немножко косметики, уходовой и декоративной. Ну и давайте приступим. Значит, перед вами мужские боксеры. А я уже беру их не первый раз. Мне очень нравится качество. Просто безупречное. Они очень носибельные. Очень долгие в носке. Хорошо выдерживают стирку. Не деформируются. Ничего с резинкой не делается, не растягивается. Ну, в общем, отличный хлопок, просто супер премиум качество, я бы сказала. Мне очень нравится. Значит, вот эти вот цветохаки я заказала сыну. Это размер L. Вот. Потому что я ему такие брючки цветохаки заказывала. Ну, вот решила к ним такие же трусишки. В общем, просто обалденные. И беленькие я заказала мужу. Это размер 2XL. Ну да, он у меня такой не маленький мальчик. Вот, да, 95 хлопка и 5 эластана. Это не 100% хлопок. Ну, конечно, надо же, чтобы они как-то хорошо сидели. Они просто как семейники болтались. Вот, белые просто тоже обалденные. Нигде нитки не торчат, качество швов идеальное. А, в общем, вообще, ну, весь пошив, вся сама модель, резинка. Смотрите, как красиво все. Все отлично, белоснежные, просто чудесные. Просто чудесные. Я надеюсь, муж будет очень доволен. И такой, знаете, хлопок не плотный особо, как раз на лето хорошо будет. Так, и это все лежало на пледе. Я решилась таки заказала плед. Конечно, весь полностью я вам его не смогу показать, потому что он 1,50 на 1,70 м. Ну, показываю вам вот, значит, его край. По краям у него идет вот такая бахрома. Он из 100% акрила. Обработан он здесь как будто бы вручную. Такой уютный. Он достаточно плотный. Значит, будет тепло под ним. Вот видите, этикетка. 100% акрилик. Стирать можно, гладить нельзя. 30%, то есть 30-градусной воде. Там есть еще с красным рисунком, но я выбрала бежевый, потому что у меня вот, сейчас вот шторы покажу, наверное, видите, все такое розово-бежевое, светлое, поэтому он очень отлично подошел, в интерьер мой вписался. Можно на кресло постелить, можно просто укрыться им, когда прохладные дни. Ну, в общем, отличный, уютный, очень мягкий. И, в общем-то, мне качество понравилось, что он такой не рыхлый. Мне кажется, он достаточно в носке будет хорошо себя вести. Ну, это вот была первая часть. По уходу за собой, значит, что я заказала? Вот такие салфетки меня заинтересовали. Влажные, дезодорирующие с экстрактом хлопка. Они, что немаловажно, не содержат, слава богу, триклозан, спирт, еще какие-то вредные всякие штуки, алюминиевую там пудру. Они просто содержат экстракт хлопка, который абсорбирует, я так думаю, капельки пота. Еще я ими, конечно же, не пользовалась, получила только вот вчера. Здесь 15 штук, написано 12 часов защиты. Я думаю, что это незаменимая вещь, когда на целый день куда-то уезжаешь в жару, просто невозможно. Я постоянно пользуюсь
просто какими-то там платочками бумажными. Но вот эти салфетки, я думаю, что будут мне в помощь, если вдруг какая-то форс-мажорная ситуация будет. Поэтому вот обратите внимание. Это серия Эксперт Фарма. Ну и на бал я самый крутой, наверное, крем выбрала для рук, потому что у него просто обалденнейший запах земляники. Это земляника и клюква, по-моему, да, клюква. Значит, содержит витамины А, Е и ПП. Запах просто обалденный. Я вчера пользовалась, ну вообще обалдела. Кремы эти очень плотные, они не легкие, они такие хорошо так долго их надо втирать. Они долго впитываются, но они очень хорошо на ночь питают кожу рук, делают ее мягкой. В общем, нравится мне эта серия. Она совсем буквально сейчас недорогая, по-моему, по цене консультанта рублей 65. Здесь 75, скорее всего, да, 75 миллилитров. Сделанная не по ГОСТу, и что немаловажно, опять-таки без минеральных масел. Вот. А из декоративочки я решила себе новинку заказать. Это серия Glam Time. Подводку для глаз. Ну, я же человек творческий, и как художник я не могла не заказать именно вот ту, которую, наверное, никто не заказывает. Это... То есть, ну, не то, что не заказывают, но люди просто больше классику предпочитают. А я как бы по такой тяжелой артиллерии прохожусь. Я заказала себе красно-розовый оттенок. Сейчас вам покажу свотч. Вот так вот он смотрится на руке. Не знаю. Как-то не хочет, по-моему, камера фокусировать. Что-то я опять сделала не то, наверное. Вот, и вот посмотрите, вот если ее нанести и подождать, она никуда не девается. Даже если намочить руку просто как бы водой, она не стираемая. А ее можно только убрать с мицелляркой, ну там маслом каким-то. Ну, в общем-то, отличная подводка. Цвет, видите, какой интересный. Можно ее поверх черной подводки пустить. Ну, в общем-то, поиграть с этой штукой можно. Я думаю, что это такое мультифункциональное вообще средство. Ну, хотя написано, что просто для глаз. Сейчас покажу, какой тоненький фетровый. Не могу. Что она у меня сегодня не хочет фокусировать? Ну, ни в какую. Вот. Вот такой вот, значит, наконечник фетровый. А здесь... сделан он, кстати, в Китае. Это номер у меня 5685. Ну, как-то сегодня вот у меня, да, с фокусом не то. Сейчас я попробую что-нибудь сделать. У камеры сверхчувствительная оптика. Было небольшое пятно, наверное, скорее всего, из-за него плохой фокус был. В общем, перед вами блюдо, и я заказала посуду, да. Я без посуды просто, ну, вообще, я не знаю, я как могу выдержать, когда эта посуда стоит с Нового года, со звездами, с бантиками. Это два атрибута, которые просто со мной по жизни, это самые мои любимые вещи. Я обожаю звезды, все, что со звездами, просто мое сразу. И бантики, я просто обожаю бантики. Уже давно, кто меня смотрит 1000 лет, знает, что я обожаю бантики. Этот сервиз был выпущен на Новый год. Happiness называется. Но он просто такой милый, что даже летом, я думаю, что если его достать и положить на сюда какие-нибудь там кексики или, я не знаю, какие-то бутерброды, это вообще, ну, просто, не знаю, просто на самом деле праздник. Обалденнейшая посуда. Я обожаю посуду от Faberlic. У них всегда очень интересная, очень такая своеобразная.
В общем, авторская посуда. Я просто очень рада, что у меня есть от Алены Ахмадулиной сервиз. Там, по-моему, у меня кроме молочника, который все-то еще, кстати, есть на сайте, по-моему, все есть. Нет, и тарелок еще нету. Вот. Ну, просто обалденнейший сервиз. И вот такая вот красотень. Тут такой цвет Тиффани, когда любят говорить, и розовые бантики. Сахарница. Вот сахарница, это вот началось все, конечно, с сахарницы. Я ее как увидела, вот этот бант, думаю, ну все, она мне нужна. Пишут, что маленькая. Ну да, она небольшая, но меня вполне устраивает ее как бы размерчик. Мне как бы огромная ни к чему. И посмотрите, какая у ней крышечка, шишечка. Обалдеть. Я так люблю все вот эти вот детали, все эти мелочи разглядывать. Ну, просто с детства у меня такая вот слабость. Вот, и здесь, значит, внизу, по низу тоже идет золотой кант. И звезды, 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 золотые звезды. Это просто здорово. И последнее, что покажу. Последнее, наверное, да? Салатник я еще взяла. Вот. Тоже happiness, здесь светочки. И на обратной стороне у него звезды, 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 звезды. Обалденные звезды. Он достаточно вместительный здесь. Можно очень даже неплохо так салатику положить. Вот. 20 сантиметров у него диаметр. И достаточно он такой емкий. Там есть еще малый салатник. Хочу еще малый, если и будет. И чайник же там еще есть. Но просто у меня так много заварников, я вот не знаю. Воздержусь или все-таки закажу. Он с какими-то птичками. Опять же таки. Ну, это был весь обзор. Надеюсь, вас надолго не задержало. Пишите, комментируйте. Скоро увидимся. Всем пока.